Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, меня зовут Даугир, фамилия моя Шакиржан. Особо приветствую из-за подписчиков моего канала на YouTube, потому что целевой аудиторией моих видеороликов эзотерической направленности являются брахманы, то бишь представители четвертой касты, потому что только брахманы могут понимать глубинный смысл эзотерических лекций и тех видеороликов, где я рассматриваю те или иные аспекты или нюансы процессов, происходящих на тонких планах. В этой связи мы продолжаем рассматривать термины восточной эзотерики. И есть такой термин – антахкарана. Антахкарана – восточная философия, а также философия веданты, используют это слово для обозначения разума, который контролирует физическое тело. Вот такой смысл вкладывают представители восточной эзотерики в этот термин антахкарана. Естественно, нам нужно знать этот термин, понимать этот термин, для того, чтобы была более полная картина мира. На этом до свидания, до новых встреч.